Ханты-Мансийский Мегион готовы стать пилотными площадками по комплексному развитию территории. О механизмах стимулирования жилищного строительства говорили на заседании штаба по вопросам возведения капитальных объектов. Так, в окружной столице намерены построить 205 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, здесь планируют снести 64 многоквартирника. В них проживает почти 4 тысячи человек. В Мегионе хотят возвести 70 тысяч квадратов капитального жилья. Средства на реализацию проектов муниципалитет. Комитеты могут получить из федеральной казны. Федеральное решение нужно принять должным образом, интегрировать, декомпозировать на региональный уровень, и пошагово каждый должен, участник должен знать, понимать, какую дверь, какое окно, желательно одно, заходить с тем, чтобы решить тот или иной вопрос, оформить документы, сделать заявку, направить ее, получить положительное решение.